Всем приветик! Вы на канале «Все сами своими руками». Я Наталья. Нас грозы обложили на протяжении уже, наверное, часов, наверное, двух. Льет вообще не переставая. Он сверкает. Она сейчас ушла. Вот в той стороне у нас Карлык. Вот там горы, тайга. Вот там уже часа, наверное, три понужает. Вообще не останавливается. Видите, все черно. У нас сейчас вот только маленько перестало. Он сверкает. Не знаю. Если с той стороны еще к нам придет, это будет вообще у нас уже поливать некуда. Из крайности в крайность. Черти, что и сбоку бантик, да такая прям гроза, прям проливной дождь. Просто прям проливной. Все черно. Все черно. Вон, смотрите. Вон, что творится. У нас-то здесь вот по-божески гнилой угол наш. Вроде бы все отошло. Она, получается, наверное, в ту сторону ушла. Ну вот, все небо, все обложено. Вообще просвету не видать. Особенно та сторона, там Карлык, наверное, сейчас смоет. Просто смоет. Мама сейчас тоже звонила, говорит, у нас, говорит, вообще, говорит, не переставая, говорит, два часа льет. Я говорю, у нас не переставая громыхает и льет, и прям вот вообще ужас. Но главное, вот гром, он не прекращается. Он то с одной стороны, то с другой стороны, и вот он. Такое ощущение, что, я не знаю, там вот просто вон, что делается, видите? Непонятно, придет он, не придет, посмотришь, везде эти катаклизмы, что творится. То град сумасшедший. У нас в Калтане там вообще все позасыпало людей. Так что такой катаклизм у нас. Завтра дети у нас, завтра дети приезжают, поедем отдыхать на выходные в Хакасию. Надеюсь, что там с погодой нам повезет, хотя что-то посмотрела, погоду там добра-то и не видать. Ой, вот оно, вот представляете, вот так вот громыхает, 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 вот не прекращая. Черно, вот где-то надо мной впечатление, что громыхает. А здесь вот такой вот закат. Время уже 9, по-моему. Ну да, где-то минут, может быть, 29-го. Может, 8:30. И вон помидоры обрезаю. А то на выходных-то некогда будет. Листья обрезаю на помидорах. А то это... Ой! На выходных некогда. Вот там, видите, вот там, в той стороне, вот я показываю, там у нас горы, там тайга. И вот вообще там ничего не видно. Ой, красота. Сверкает у них там. Это вот в той краянке. В той краянке. Светопредставление, просто светопредставление. Природа вообще, что хочет. Ой, ну, молнии, главное, они, знаете, вот как-то по небу, он просто вот сверкает, сияет разными этими. Ой, как светомузыка. Ой, мамочки. Жалко я домой. Ой.
О, громыхало, громыхало и до нас дошло. Ну вот ровно минут 15, наверное, не было дождя. Она где-то кружила, кружила. И опять прикружила. Ужас. Сэмка боится грозы. Сегодня днем 30 было. Сейчас-то, в принципе, тепло, у нас не холодно. Вот, наверное, поэтому грозы-то все пообложили. Хорошо, хоть дождь теплый. Ну, с той стороны вообще молнии фигачат. Мамочки родные. Вот такая вот погодка у нас. Слава богу, хоть свет есть. Мама сейчас, говорю, звонила. Она говорит, у нас, говорит, света нет, вырубили. Что-то, видать, куда-то молния попала или что. Не знаю, почему отключили у них. Да уж. Ну, хорошо, хоть града нет. Вот такая погодка. А какая погода у вас? Ой, дальше. Какие-то желтые точки появились у меня на этих, на помидорах. Наверное, о, ничего себе сверкнуло. Прям над нами бабахает. Хотела подойти, вон все заливает. Ох, ничего себе, лужа уже, все. Да уж. Ой. Ну ладненько, всем пока. Нескончаемая сегодня у нас ёпера. Просто нескончаемая ёпера. Всем пока. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки, пишите комментарии. Я так грозы боюсь, если честно. Молнии боюсь ужасно. Ну прям, Сэм играет. Господи, грома боится, а я молнию боюсь. Два раза шарахала рядом, поэтому я на молнию, у меня вообще прям гром как-то неприятно, а молнию прям боюсь ужасно. Ну ладненько, всем пока. Надеюсь, что у нас обойдется только дождем, градом. Ох, вот это да, сейчас громыхнет. Обалдеть, прям над нами. Прям над нами.
Ой. Да. Да. Мне надо в теплице, по идее-то, листья вот эти вот выбросить. Ну, дождь закончится, уж пойду выброшу. Сверкает. Ой. Ну ладненько, все, теперь точно пока. Это надолго, можно час снимать. Безостановочно. Все, всем пока. Так капли это барабанят. Град идет. Ой-ой-ой. Сейчас все пофигачит. Вон они, градины, прыгают. Ой, сейчас все перемолотит. Ой, перемолотит, мама родная. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Мама родная. Все. Ничего живого сейчас не останется. Смотрите, что. Ни хрена себе. Градины. Смотрите, что делается. Ё-моё. Мама родная. Вот. Я сейчас даже боюсь в огород идти. Градины сантиметровые. Это я, называется, попрощалась с вами. Минут через пять, как я попрощалась, начался вот это вот светопредставление. Это светопредставление. Я такого никогда не видела. Мама родная. Я сейчас даже боюсь, вот сейчас закончится все, даже боюсь идти на огород. Там, наверное, ничего живого нету. С ветром все это дело.
Хорошо, хоть град он где-то редкий. Может, не все побьет. А там вон гор вообще не видно. Там, наверное, карлык вообще смыло наш. Мама родная. У меня подружка там. Надо будет сейчас написать ей. Все черно. Вот камера почему-то не передает, на камере светлее показывает. Ой. Сейчас закончится, пойду в огород, посмотрю, что там. Все черно, ой. Вообще все черно. Вообще все обложило. Новые силы пошел. И воды сколько уже? Кошмар. Все сюда вон налило ветром. Интересно, чем все это дело закончится? Это у меня вот уже видео идет 20 минут. Я потом все это дело сгруппирую. Так это я еще сколько не снимала. И оно, представляете, вообще не затыкается ни на секунду, только все сильнее и сильнее. Наверное, уже теперь, видите, уже темно. Уже, наверное, часов 9. Наверное, огород отсниму завтра, впоследствии грозы, потому что сейчас я уже ничего не увижу. Ну, ладненько, всем теперь точно пока. Ох, это ты прощаешься, в смысле? Да ладно, не прощайся, уходи. По-английски уходи. С Богом. Это просто жесть. Она еще сильнее началась. Ё-моё. Такое ощущение, что она с новой силой. Вот с той краянки нам плохую всегда. О, как красиво. Всегда плохую нам грозу приносит с той краянки. Всегда с градом. Грозы нехорошие, косые. Но вот так и получилось в этот раз. Ой. Ну, ладненько, всем пока. Я уже с вами уже попрощалась раз, наверное, 5.
думаю, может закончиться. Ладненько, все, пока. Ну и что вы думаете, я с вами попрощалась? Нет. Я с вами не попрощалась. Он уже раз в десятый по новой начинается. Полтора часа уже гроза идет. Красота. Полтора часа непрерывно, не прекращаясь ни на секунду. Громыхает, сверкает, льет. Все это дело с ветром. Это вообще... Я такого никогда в жизни не видела. Это ужас какой-то. Это какой-то ужас. Так что... Да. Но вот если сейчас оттуда нам еще опять придет, вот оно там идет прям, что молнии по новой, вон они, он все сверкает. То тогда это будет вообще. Опа, какая красота, мама родная. Я тут недавно видела в интернете, молния человека убила, прям попала в него. Ужас. Представляете, вот оно даже не затыкается, вот. Как светомузыка, как будто бы там лампочка где-то закоротила, она ее фигачит, эту лампочку. Ни на секунду. Ни на секунду. Только телефон положу, домой зайду. Опять по новой выйду. Видео длиннющее получится. Представляете, вот оно. Вот это вот светомузыка, вот оно не прекращается. Вот это да. Сейчас громыхнет. Наверное, уходит гроза. Это ужас какой-то. Да вообще, это ужас. Это ужас какой-то. Такое ощущение, что мы, знаете, мы в тропиках. Такие катаклизмы. У нас вроде Сибирь, у нас не должно быть такого. Но гроза... Вот я когда маленькая была, никогда в жизни такого не было. Грозы были, но они как-то раз быстро закончились. Все. Вот оно все по новой. Только чуть притихло, молнии по новой. Светомузыка, вот оно по новой опять, с новой силой. Ой... Кошмар. Оба. Где-то там был звук нехороший. Такое ощущение, что что-то коротнуло. Представляете, я вот это снимаю, я камеру ни на секунду не выключила. И вот оно не затыкается. Вот видите, что делается.
Вот сейчас вон видите, вон та чернота прет. Это резкость у меня одевается. Видите, одна уходит, другая идет. Самая жуткая гроза в моей жизни. А, тучища чернючая. Ох, какая она нехорошая. Какая она нехорошая идет. Ох, боже ж ты мое. Вот это да. Вон, видите, какая тучища прет. Камеру резко, видать, повела. Давай уже, успокаивайся, пожалуйста. Я на улицу боюсь выйти. Мне надо теплицу хоть закрыть. Хотя бы с одной стороны. Ой, ой, вот это да. Мама родная. Вот там за березы видели, что сейчас было. Такое ощущение, что там, не знаю, замкнул ток. Чернучка прет. Ох, 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 какая чернучка. По новой началось. Пожалуйста. Сейчас, наверное, вот пока вот эта вот чернучка не выльется, она не успокоится. О, боже! Вот это да. Время уже 10. Жесть. Просто жесть. Хочу выйти, теплицу закрыть и боюсь. Ползет, ползет, вот прям как это, по чуть. Красота. Ой. Так, ну ладно, наверное, побежала я сейчас. Попробую теплицу закрыть, пока вроде как маленечко дождь притих. Или уж не бежать. Попозже сходить, когда успокоится. Ну, ладненько.
Дубль, наверное, 25. Всем пока. Это вам на прощание. Ой, я вообще в шоке. Я просто в шоке.